Всем здорово, ребят. Ну что, сегодня мы будем жарить топов на английском сервере. Как обычно, у нас сегодня трэш. У нас попались серьезные противники. Я сегодня побью свой рекорд на битва гильдий. Должен, по крайней мере, побить. Я не помню, сколько он там был предыдущий, но мы считали на стриме на атаке фортов. Тут порядка 16к у нас будет. И я сегодня вам просто покажу. Постараюсь показать, насколько не актуален уже Ронин на 30-м прорыве на максимальной прокачке на битве гильдий и насколько тащит Зефирка. Так, окей, поехали. Соберем героев, которые у меня есть. Ой, что-то у меня Минотавр даже стоит, это вот жесть. Так, ищем Ронина. Можем даже взять, знаете, Ронина такого. И давайте возьмем выживание стандартного Ронина. Сейчас я его найду. Выживание плюс ожог. Так вот. Сюда мы поставим. Вот такая вот сборка у меня будет. Такс. Девятое выживание. Дальше у нас будет, ну, на подхват пусть будет такая зефирка. Так, зефирка у нас будет вот так. Также мы сейчас поставим огник, пусть будет с маскировкой. Давайте поставим сюда Фрей. Тоже заодно затестим после атаки фортов. Так, Фрейя у нас будет с Фениксом. Вот так. Такие вот герои. Три героя, я думаю, нам их будет достаточно. Поехали. Жесть, сливаются как только могут. Вот. Первый на что? Хороший донат. Блейд. Сейчас посмотрим, что он себя представляет. Герои с воодушками. Интересно. 30-е прорывы. У меня вот Ронин. Я вам только что показал сборку. Сейчас посмотрим, сможет ли он что-то здесь сделать или нет. Очень интересно посмотреть. 53% и все. И Ронина нет. Как бы я ни старался, причем здесь нету Фрэнки, как видите, но его ушатали. Если раньше такой Ронин без проблем тащил, ну там на мелких левелах, вот я вам скажу так, до ляма силы, я образно говорю, то есть он может быть тащит. Но дальше, когда начинаются 30-е прорывы и у героев растет точность, все, шанс слива просто максимальный. Сейчас попробуем Фраю потестить. Тоже, как видите, сливают на ура просто. И причем здесь нету таких особо топовых героев, как видите. Есть стрелок, феникс, оккультист, огник и зефир. А есть расы, где есть еще Фрея. Ну, смотрите, что огник творит. Где есть Фрея, где есть Фрэнки, они реально просто шатают. Так, ну на добивочку кидаем зефирку. Сейчас будет смешно, если зефир сольется. Это вполне реально. Смотрите, 97%. Жесть. Даже зефирка сливается. Сейчас пусть седна еще не реснет. Это будет шанс слива минимальный. Так, окей. То есть, как видите, любая раста, любые топы, вот берете такие герои, ну, в топе против топа, и ничего не спасет. Поехали следующего. Нормально так за них дают. Так, тут у нас есть Космо.
Некрос есть, для чего ему не знаю. Мы поехали тестировать опять Ронина. Тут эту расту можно пройти Минотавром. Как видите, забор здесь так расставлен, что Минотавр может просто ударить один раз. Только единственное, надо будет юнита убрать. Так, что там у нас Ронин? Ну, чуть-чуть добивает. Но если раньше я Ронином бегал, на 100% проходил, сейчас он просто не выдерживает урона, бывает, сливается. Ну, здесь, конечно, противники у нас опять, смотрите, 63%. Это жесть, конечно. Вот, кстати, Фрея на Фрею. Такой вот сборки тоже довольно-таки неплоха. 90%. Там, в принципе, у вас всех героев таких основных видно, как они проседают. Но Роня, к сожалению, уже не тот. процентов. Где там у нас одно здание осталось, а вот рядом. Ну, смотрите, как Фрея держится хорошо. Шатала Космо. Тут опять же, тут надо очень долго ждать. 3500. Неплохо. У кого-то за всю битву гильдии у меня. Это за одного противника набивается. Так, еще один у нас противник. 1.2. Сейчас попробуем его шатануть. Что у нас тут есть? Космо, дерево, зефирка. Он как раз битву гильдии проходит. Ну, что поделать. Поехали, попробуем. Здесь воодушевлений нету так много. Да, тут у него и герои. Ну, этого, я думаю, один Ронин должен затащить, по идее. Сейчас мы это проверим. Космо, конечно, как-то странно так разлетается на ура. Плюс смотритель еще бьет. Да, тут. Тут Ронин и тащит немножко уже. Видите, все зависит немножко от героев, от прокачек. Но в топе, где я вам показал, Ронин зачастую уже бессмысленный. Ну как бессмысленный, он все равно набивает 50%. Надо его использовать хотя бы для начала битвы гильдии. Ну, уже не то, что было у нас раньше, когда мы реально тащили полностью всю базу без опаски. Сейчас его с недомоганием могут просто развалить. И тут видите, у него герои нехти. Так, окей. Уже 10 500, ребят. 658. Одного отсюда будем бить. Капец, 10 500 за троих противников. То есть 656. Так, что у нас тут? Это тоже битва гильдии проходит. Да что такое, блин? Обидно. Ну, такую расту, в принципе, Ронин должен осилить.
Если на него поставить цепа, он бы предыдущий раз ту соло тоже быстренько ушатал. Но я просто с кроликом, потому что цепа я беру на добивание. И вы тоже, если вы начинаете проходить, ставьте там кролика, феникса. В первую очередь на добивание на героя, который будет в конце добивать, обязательно ставьте цепа. Для того, чтобы не слить попытку. Это уже слабенький. Тут и Седна держится. Смотрите, Седну слили, и Ронина практически тоже слили. Все, на фул отхилился сразу. Выживание 9. Дает о себе знать. Так, 100%. 2800. 700 разница, нифига себе. 2800, а там 3500 было. Получается, нолями 700. Ну, не так уж и много. Как-то пропорция непонятная в очках. 13,4. Финкиллер 13,7. У меня, видите, получается, у него 13,7. У меня 13,4. Еще одна попытка, он походу слился. Наверное, потому что по-другому не может быть. Да, скорее всего, он слился. Ну, я уже логи не посмотрю. Это надо на атаке фартов посмотреть логи. Там я смотрел, кто сливался. Так, что у нас тут? Вот, кстати, тоже интересно. Ну, нету, видите, к сожалению, нету. Где Фрэнки на... Бля, очень хотелось бы посмотреть, как он Ронина шатает. Вот молчанка пришла. 50%, конечно, Роня набивает, но уже, блин, сливается очень быстро. Хотя есть такие расты, где сливается, ну, не расты, точнее, а герои подобранной чарки, где сливается и зефирка. Прошлую БГ мы точно так же слили, я даже удивлен был, что зефир слился, как и сегодня. То есть можно еще собрать героев, которые будут тащить, точнее, чары. Но Роня уже не тот. Если раньше он бегал, смотрите, просто налегке разобрали. Если раньше он соло бегал, ничего не боялся, можно было выкидывать, то сейчас по нему очень часто попадают. Так, 16,275, вот так вот. Такой вот у нас итог. Новый рекорд мой. Я, по-моему, столько еще не набивал. Жалко, что там два противника были меньше ляма, так бы, я думаю, к 17к мы бы подошли. Ну, будем ждать, расти. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.